Хотелось бы слово передать следующему докладчику, Черной Антонине Викторовне. Ну, на самом деле, я формально должен представить, но я убежден, что подготовленной аудитории, что Екатерину Александровну, что Антонину Викторовну как бы представлять не нужно, все мы их прекрасно знаем, любим и мнением их ценим. Конечно, ключевое – это мультимодальная диагностика, и Екатерина Александровна это осветила, и, безусловно, наши врачи и, в общем, центр проповедуют этот подход, но, конечно, у кого-то есть свои, скажем, любимые направления, если Екатерина Александровна концентрируется больше на неонизирующих, скажем, модальностях, а Антонина Викторовна – это больше классическое рентгеновское излучение, но в самом широком смысле этого слова и со всем тем новым, что туда можно интегрировать. И, в общем-то, этому и будет посвящен ее доклад. Пожалуйста, Антонина Викторовна. Добрый день, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня хорошо слышно. Я немного сегодня зайду за регламент, потому что у нас не будет одного докладчика, Ульяновой Роксаны Хачиковны, по случаю того, что она больна. Поэтому я попробую в своем докладе осветить и то, что я хотела рассказать о новых технологиях, и немножко ту информацию, которую я вас хотела донести Роксана Хачиковна. И мы сегодня говорим, конечно, о выявлении рака молочной железы, и не можем говорить, что это, конечно, очень актуальная тема. В данном случае у нас уже проходит 2021 год, и скоро мы увидим данные мировой статистики по этому году, а пока нельзя ужаснуться же тем цифрам прошлого года. Посмотрите, по данным глобальной статистики канцера регистра, что рак молочной железы, он опередил даже рак легкого как ведущую причину заболеваемости раком, и при этом было зарегистрировано более чем 2 300 000 новых случаев, что составляет 1,7%. Если вы посмотрите на другой график, то вы видите, что рак молочной железы, он состоит на 5-м месте по смертности от злокачественных новообразований. Оценивая вот актуальность вот новых методиков диагностики рака молочной железы, следует осветить эпидемиологические тенденции омоложения рака. По данным мировой статистики, процент заболеваемости женщин до 40 лет он составляет 11. В нашей стране это немножко процент меньше, он составляет 7%. Но, однако, за последние десятилетия мы отмечаем рост, да, заболеванием рака молочной железы в группе этой женщины на 34%. И это как раз-таки обусловливает то, что ведет к неблагоприятному прогнозу, так как, кроме того, пятилетняя выживаемость у этих молодых женщин, она несколько ниже, составляет 90%, чем у женщин, которые старше, да, этого возраста, она составляет 92-93%. И это говорит о том, что, естественно, мы должны найти рак на уже изначально плотном фоне, потому что женщины до 40 лет, они имеют плотность С и Д. И именно это доказывает того, что, видите, что чем выше плотность, тем чаще мы выявляем там рак молочной железы, то есть она является сама предиктором возникновения рака, но чувствительность для выявления этого рака, она, конечно же, снижается. Мы у себя в институте тоже взяли и проанализировали просто 4600 женщин, которые обследовались у нас в том году по поводу подозрения на рак. И вы видите, что вот в группе женщин от 40 лет до 70 достаточно очень большой процент женщин, которые имеют плотную ткань молочной железы С и Д. И так как основным методом диагностики является все-таки маммография, она остается таким золотым стандартом, и все знают, что скрининговое исследование начинается, да, с рентгенографического метода. Но мы также уже знаем, что именно плотная ткань молочной железы, она нам не позволяет выявить рак. И именно вот цифровая маммография, она имеет вот на фоне плотной ткани два таких больших ограничения. Первое ограничение – это то, что мы на плотном фоне, посмотрите, сами пропускаем рак молочной железы, да, и то есть мы имеем много ложного
отрицательных результатов, за счет этого снижается наша с вами чувствительность. И иногда на плотном фоне мы сами дорисовываем с вами рак молочной железы, таким образом увеличивая ложноположительные результаты и снижая ее специфичность. Вот именно вот эти два больших ограничения, которые маленькая чувствительность и маленькая специфичность, заставила ученых искать новый подход, да, для диагностики всех заболеваний молочной железы на плотном фоне. И мы знаем, что сейчас имеются две таких, ну, они относительно новые, да, технологии. Это контрастная спектральная маммография и томосинтез. До сих пор ведутся споры, куда их отнести, к уточняющим методам или к основным методам исследования. Мы сегодня немножечко как раз о них и поговорим. И немножечко мы затронем еще один новый метод. Это специализированная гамма-камера маммосцинтиграфическая, которая адаптирована к молочной железе. И хотя бы будем иметь о ней представление. У всех этих методов имеется общая цель. Все они используются для диагностики, для определения распространенности опухолевого процесса, для планирования лечения и для оценки эффективности противоопухолевой терапии. Но когда же все-таки следует назначать нам томосинтез, а когда контрастную маммографию? Мы знаем, что томосинтез – это очень хорошая оценка морфологии, да? Выявление рака молочной железы, которая базируется на патофизиологических процессах – гипоксии, некроза, фиброза, что является причиной как раз-таки нарушения архитектоники ткани, образования микрокальцинатов. То есть томосинтез, он очень активен, и он помогает нам для медленно растущих образований и их диагностики. Поэтому он себя очень хорошо показал в скрининге, снижает частоту вызовов на дообследование, и таким образом он способствует выявлению рака молочной железы. Когда же нам все-таки назначать контрастную маммографию? Контрастная маммография к оценке вот всей той морфологии, о которой я говорила, уже присоединяется функциональная информация. То есть она базируется на ангиогенезе. Опухоль выделяет эндотелиальный фактор роста и белковые активности, которые соответствуют клеточной пролиферации. И поэтому информативно эта методика как раз-таки для быстрорастущих образований. Поэтому мы будем ее использовать для диагностики и оценки эффективности неоадъювантной химиотерапии. Мы уже говорили много раз о том, что это, конечно, уникальная методика контрастной маммографии, потому что она имеет как низкодозовые изображения, которые будут соответствовать нашей цифровой маммографии, на них очень хорошо будут видны как раз-таки микрокальцинаты злокачественного типа. А вот на рекомбинированных постконтрастных изображениях мы видим уже гиперваскулярные образования, которые, конечно же, на фоне плотной ткани молочной железы мы визуализировать практически не можем. И если будем смотреть по глобальным статистическим данным, то чувствительность, специфичность и точность этого метода, она приближается к магнитно-резонансной томографии и к маммосцинтиграфии. В 2021 году золотой стандарт диагностики лечения рака молочной железы, контрастная маммография, она вошла уже как дополнительный метод диагностики рака молочной железы. И показаниями ее является плотный рентгеновский фон, оценка мультицентричности, мультифокальности, дифференциальная диагностика микрокальцинатов молочных желез и структурных перестроек и те противопоказания больным, которым нельзя выполнить МР-маммографию. Если мы будем говорить о противопоказаниях контрастной маммографии, то это беременность, это лактация, это аллергия на йодсодержащие препараты, это почечная недостаточность, это прием бигуанидов, пациентки с имплантами молочных желез и, конечно же, пациенты после пункционной биопсии. Почему? Потому что на месте оперативного вмешательства или пункционной биопсии всегда возникает, чаще всего возникает гематома. И именно эта гематома, она также будет васкулизована и будет копить нам контрастный препарат, на фоне которого мы, конечно, не можем сказать, есть там какие-то злокачественные образования или нет. Поэтому контрастную маммографию будем выполнять только не менее чем через 2 недели после любых манипуляций. Что такое вообще контрастная маммография? Она используется, когда мы выполняем ее, там и происходит зависимость энергии затухания рентгеновских лучей, которые будут проходить через различные ткани молочной железы. В частности, через прохождение мягких тканей и йодсодержащее контрастное вещество. И вот именно на пике вот этого вот йодсодержащего контрастного вещества с мягкими тканями и образуется наше высокоэнергетическое изображение. Таким образом, мы получаем низкоэнергетическое, которое будет
соответствовать цифровой маммографии, и мы будем хорошо видеть там нашу морфологию. Второе – это высокоэнергетическое изображение, которое мы не будем видеть, и не будет оно передаваться на станцию врачу. И третье – это уже рекомбинированное изображение, которое произойдет из комбинации низко- и высокоэнергетических изображений, как раз которое мы и называем функциональным изображением. Как выполняется контрастная маммография? Всегда надо использовать автоматический инжектор контрастной среды, неионные рентгеновские препараты. И посмотрите, достаточно высоких концентраций 350 и 370. В расчете 1-1,5 мл на килограмм веса пациента и скорость примерно мы используем 3 мл в секунду. Введение контрастного препарата идет в течение 2 минут. Дальше выполняется серия краниокаудальных и медиолатеральной проекции. В нашем институте мы используем первую краниокаудальную проекцию той железы, которая нас заинтересовала. То есть если мы подозреваем рак в правой железе, то мы будем делать с вами краниокаудальную проекцию именно с правой молочной железы. Затем краниокаудальную проекцию незаинтересованной железы, дальше медиолатеральную проекцию заинтересованной, и в конце мы уже используем медиолатеральную проекцию незаинтересованной молочной железы. Далее все эти изображения, которые мы получаем как низкоэнергетические, так и рекомбинированные, они поступают на станцию врачу, и дальше следует их интерпретация. Да? Вот сейчас поговорим немножко об интерпретации. Что мы должны с вами указать? Обязательно мы должны указать локализацию, мы размер должны обязательно указать, так как мы знаем, что минимальный, надо учесть размер, это до 10 мм, и мы помним, что именно минимальные опухоли, они лучше всего лечатся. Это опухоли, которые 98% у женщин безрецидивный пятилетний период, и поэтому это обязательно надо указывать в своих заключениях. Мы обязательно должны оказать тип роста мультифокальный, мультицентричный и билатеральный, которые повлияют как раз на выбор тактики лечения данных пациенток. Мы должны указать наличие компонента инситу и наличие метастатических лимфатических узлов, если, конечно, они попадут у нас с вами в срез маммографической снимка. Мы обязательно должны указать еще и распространение опухолевого процесса, которое может быть связано с подкожной жировой клетчаткой, с кожей, с ретромаммарным пространством и обязательно со сосково-ареолярным комплексом. Когда начинаем мы описывать, первым делом мы должны указать степень выраженности фонового накопления молочной железы, которая будет зависеть от плотности молочной железы, а соответственно от гормонального уровня. Бывает он минимальным, умеренным и выраженным. Далее, все наши с вами находки, образование, фокусы уплотнения. Образование мы называем тогда, это когда мы в двух проекциях, то есть и в краниокаудальной, и в медиолатеральной, видим это образование и четко можем его очертить. Мы будем описывать контур, форму и тип контрастирования. Все как по системе Байрац. И единственное, что мы должны будем указать, еще степень накопления контрастного препарата этим образованием. Оно бывает выраженное накопление контрастным препаратом, оно бывает умеренным, слабым или вообще не накапливает контрастный препарат, выявленное наше с вами образование. По форме это округлое образование, это овальное образование и неправильная форма. По контуру четко, то есть когда мы можем взять с вами хорошо наточенный простой карандаш и четко провести его по контуру. Это могут быть нечеткие с перекрывающимися контурами или же с лучистыми. Распределение контрастного препарата, оно может быть как очаговым, линейным, сегментарным, региональным, мультирегиональным или же диффузным. В нашем институте ведется работа как раз-таки Роксаны Хачкиной, в которой она выделила паттерны накопления контрастного препарата, помогающие дифференцировать злокачественные и доброкачественные образования. Они разделяются на сетчатые, зернистые, кольцевидные, диффузно-сферические, лакунарные, облаковидные, неоднородно-кольцевидные, точечные и хлопковидные. Какие же возможности контрастной маммографии? В первую очередь, это, конечно, высокая чувствительность методики при выявлении рака молочной железы на фоне повышенной плотности. Мы пациентке 64 года, очень плотная молочная железа, D-тип, на которой узловые образования убедительно не визуализируются. Зато посмотрите, на постконтрастных изображениях мы видим узловое образование, которое активно накапливает контрастный препарат по сферическому типу.
Это не совсем плотная, но неоднородно плотная ткань молочной железы, которую можем отнести к С-типу, на фоне которой, посмотрите, узловые образования вообще не видны. Зато на постконтрастных изображениях мы видим большое узловое образование, неоднородно накапливающий контрастный препарат, неспецифическая карцинома. Это же, конечно же, хорошая оценка выявления именно мультицентричного и мультифокального процесса. На данном слайде это сравнительная характеристика диагностических показателей цифровой маммографии, мамосцинтиграфии и контрастной маммографии выявления мультицентричного рака молочной железы. И посмотрите, чувствительность, специфичность контрастной маммографии и мамосцинтиграфии, они достаточно высокие и сопоставимы между собой. На данном слайде представлена пациентка, С-тип плотности ткани молочной железы, на котором цифровой маммографии, да, мы выявляем узловое образование, но на постконтрастных изображениях, посмотрите, выявляется 4 рядом расположенных узловых образования с активным накоплением контрастного препарата, и полностью они коррелируют у нас с макропрепаратом. Это пример мультифокального роста опухоли в молочной железе. Следующий пример – это уже мультицентричный пример роста опухоли молочной железы, когда мы выявляем два узловых образования, располагающихся в разных квадрантах молочной железы. А мы говорили, что это как раз-таки повлияет на тактику лечения, и данной пациентке будет уже, конечно, предложена мастектомия. Мультицентричный процесс может проявляться не только, когда узловые образования располагаются в разных квадрантах, но они могут располагаться и по всей молочной железе. На обычных цифровых маммограммах расположение этих узловых образований, конечно, мы указать совершенно не можем. Но на постконтрастных изображениях вы видите множество узловых образований, которые располагаются во всех квадрантах молочной железы. Еще один пример – это тоже мультицентричный рост опухоли, когда расстояние между узловыми образованиями оно составляет больше, чем 5 сантиметров. Это же, конечно, точность оценки размера образования, которые близки к гистологическим и к магнитно-резонансной томографии. Истинные размеры опухоли, они в 40% случаев могут отличаться от маммографических. Поэтому на цифровой маммографии, естественно, размер опухолевого процесса мы указать не можем. Зато на постконтрастных рекомбинированных изображениях, посмотрите, как хорошо мы можем указать размеры как в краниокаудальной, так и в медиолатеральной проекции. И они будут соответствовать макропрепаратам. Это пример пациентки, у которой мы выявили рак молочной железы, состоящий из микрокальцинатов по извитым протокам. И мы видим, что те размеры, которые мы указали по цифровой маммографии, они почти в два раза меньше, чем те размеры, которые мы указываем на постконтрастных изображениях. И эти размеры полностью коррелируют у нас с макропрепаратом. Это высокая чувствительность методики при выявлении минимального рака молочной железы на фоне повышенной плотности, а также для выявления еще и билатерального процесса. Плотная молочная железа, на которой узловые образования совершенно не выявляются. Зато на постконтрастных изображениях в правой молочной железе мы видим 3 узловых образования, которые располагаются в разных квадрантах, а мы знаем, что это уже мультицентричный рост опухоли. И в левой молочной железе выявляется узловое образование, размеры которого не превышают 10 мм. Это минимальный опухоль. Но основной заболевание, диагноз уже будет, что это билатеральный синхронный рак молочной железы. Тогда же, когда будем назначать контрастную спектральную маммографию? Когда это плотная ткань молочной железы, независимо от возраста. Это мониторинг пациенток после оперативного вмешательства. Это диагностика и стадирование рака молочной железы. Это, конечно же, неоднозначные спорные результаты других методов визуализации молочной железы и, конечно, оценка эффективности неоадъювантной химиотерапии. Когда же нам помогает томосинтез? На данном слайде вы видите, что это представлено выявление рака молочной железы, чувствительность, специфичность без томосинтеза. И с применением томосинтеза эти проценты значительно увеличиваются. Из исторической справки, если мы будем говорить, что вообще-то развитие цифрового томосинтеза, оно начиналось в 1992 году. И вот уже в 1999 году был утвержден патент и первый прототип системы для томосинтеза. Конечно же, он был
изобретен General Electric, точно так же, как и контрастная, кстати, маммография. Это особый тип маммографии, при котором создается трехмерное изображение молочной железы. Рентгеновское излучение, оно сканирует молочную железу под разными углами. Информация в цифровом виде передается уже на компьютер с построением 3D-изображения, что дает возможность оценить внутреннюю архитектонику тканей, наличие микрокальцинатов, асимметричных структур в различных анатомических плоскостях в результате лишь одного сканирования за один проход трубки. Таким образом, решается основная проблема классической рентгенологии. Это такие, как наложение теней, то есть суммация и субтракция. Кроме того, современные томосинтезы, они позволяют снизить влияние плотности ткани молочной железы на качество диагностики и подробно изучить структуру молочной железы. Сейчас все томосинтезы, они выпускаются с двумя режимами. Первый режим – это стандартный, сочетает в себе быстрое получение снимков, эффективность рабочего процесса и низкую лучевую нагрузку. При этом угол сбора данных он колеблется от 7,5 до 15 градусов. И второй режим – это высокого разрешения, который дает возможность получить изображение с еще более высоким уровнем детализации, дополнительной четкостью фокусировки на исследуемой области, но здесь увеличивается угол, да, сбора данных от 20 до 40 градусов. Таким образом, что мы используем в томосинтезе? Значит, угол наклона рентгеновской трубки у нас колеблется от 15 градусов до 60, но это зависит от фирм-производителей, которые выпускают нам маммографы. Количество экспозиции будет зависеть от этого, от 15 до 25. Время проведения будет зависеть от объема молочной железы и шага, который мы поставим, да, на томографе, ну и, конечно же, незначительное увеличение дозовой нагрузки на пациента. Поэтому принципиальным отличием томосинтеза от цифровой маммографии заключается в том, что при томосинтезе изображение всех необходимых слоев получают при импульсной экспозиции за один проход трубки. Время сканирования – это до 13 секунд, время реконструкции – 40 секунд. Все эти снимки выполняются на заданную глубину с фиксированным расстоянием. Минимальное расстояние 0,5-1 мм. И таким образом одномоментно проводится послойное исследование всего нашей молочной железы. Цель данного метода, то есть разложить объект в органе на составляющие, убрать выше и ниже лежащие ткани, что повышает качество диагностики, особенно сейчас мы говорим, что это на фоне плотной ткани. Таким образом, уменьшается проекционное наложение и уменьшается частота ложноположительных заключений. Наибольшие изменения становятся, то есть маленькие изменения, которые не видны на цифровой маммографии, они становятся заметными и уменьшается частота ложно-отрицательных заключений. Ну и все это приводит к тому, что выявляемость рака молочной железы, она увеличивается на 30%, на 15% уменьшается частота повторных вызовов данных пациенток. Это пример того, как мы в молочной железе при томосинтезе, да, выявляем очаг, который у нас суммируется, и мы его раскладываем и можем рассмотреть по отдельности. Таким образом улучшается наша с вами диагностика. Поэтому показаниями для томосинтеза это будут скрининговое обследование, диагностическое обследование, динамический контроль и навигация при биопсии. Сейчас приведу несколько примеров, которые при томосинтезе позволяют нам более отчетливо выявить изменения. Неоднородно плотная ткань молочной железы, но узловые образования не выявляются. Зато на томосинтезе, посмотрите, мы выявляем красивую минимальную карциному, размеры которой не превышают 10 мм. Это пример того, что у нас имеется очень большое распространение опухолевого процесса, но опять-таки мы не можем сказать с вами размеры, и эти размеры нам хорошо видны на томосинтезе с распространением опухолевого процесса прямо до соска. Это пример мультицентричного рака молочной железы, да, когда мы говорим, что опухолевые узлы располагаются в разных квадрантах молочной железы. Они плохо видны у нас с вами на цифровой маммографии. Здесь имеются признаки рака. У нас имеется с вами утолщение кожи, тракция соска, неоднородные кальцинаты в верхненаружном квадранте. Но при томосинтезе мы выявляем сразу несколько узловых, посмотрите, образований, располагающихся в разных квадрантах, которые, конечно же, поменяют тактику лечения данной пациентки. Это мультифокальный пример роста опухоли в молочной железе. Опять-таки, неоднородная ткань, она не совсем плотная, но да, мы имеем
фокус нарушения архитектоники в верхнем наружном квадранте. Но при при томосинтезе, посмотрите, мы выявляем сразу два узловых образования, рядом лежащих, связанные между собой лимфангоической дорожкой. Это, конечно же, диагностика и при отечных формах рака молочной железы, где хорошо мы видим и отек самой железы, отек кожи, да, и выявляем инфильтрат. Но не всегда томосинтез помогает нам с вами в диагностике. Иногда действительно он нас и запутывает, и в любом случае мы должны будем выполнить с вами стереотоксическую биопсию. Это пример того, что плотная ткань молочной железы выявляется фокус нарушения архитектоники. При томосинтезе, да, он лучше виден, но поставить диагноз очень сложно. В данном случае была выполнена стереотоксическая биопсия, и пришел рак молочной железы неспецифичный. Второй случай, посмотрите, очень похожие случаи, плотная молочная железа, фокус нарушения архитектоники ткани, который также вроде бы лучше виден на притомосинтезе, но после стереотоксической биопсии пришел радиальный рубец. То есть мы говорим о том, что все фокусы нарушения архитектоники ткани не могут нам четко трактовать, рак это или нет. В любом случае здесь понадобится еще и биопсия. В новых аппаратах есть еще такая функция, как синтезированное 2D-изображение с высокой степенью детализации, объединяющей серии томограмм и позволяющей оценить картину в целом. То есть мы имеем не серию, а такое 3D-изображение молочной железы. Это пример, да, цифровая маммография. Действительно, в верхнем квадранте, близко к ретромаммарному пространству, выявляется фокус нарушения такой, и имеется очаговая асимметрия молочных желез, которая, конечно, хорошо узловое образование выявлено у нас при томосинтезе. А вот это вот синтезированное изображение, которое дает нам сам аппарат. Достаточно четко, красиво мы можем рассказать не только контуры узла, его размеры, его расположение. Но когда идет речь о кальцинатах, нам не всегда помогает, к сожалению, томосинтез. Когда мы имеем вот такие кальцинаты плеоморфные, расположенные по извитым протокам, нам, наверное, выполнять томосинтез не надо, потому что диагноз и так уже мы с вами знаем. Когда у нас имеется много кальцинатов, которые хорошо будут визуализированы при томосинтетических срезах, да, но они хорошо и видны у нас на обычной цифровой маммографии. Вот когда мы говорим о маленьких изменениях, которые мы также видим с вами на цифровой маммографии, они не всегда будут хорошо видны у нас при томосинтетических срезах. И иногда это даже нас затрудняет. Поэтому томосинтез, он также имеет свои положительные и отрицательные характеристики. Положительные – это уменьшение суммации, которые имитируют нам образование. Это замена дополнительных проекций для некальцинированных поражений. И, естественно, это увеличение частоты выявления рака. Минусы. Это увеличение дозы облучения, это увеличение рабочей нагрузки и времени интерпретации, это больше нагрузка на глаза самого врача-рентгенолога. И очень часто бывает именно при томосинтезе гипердиагностика. Это меньше, чем у цифровой маммографии, чувствительность в отношении микрокальцинатов, обусловленная особенностями получения томосинтетических послойных изображений. Клинический случай. Пациентке 48 лет. Наблюдается она в течение 2 лет. Ей постоянно делают маммографию по поводу диффузного фиброаденоматоза. У пациентки появились выделения из соска. Она обратилась на УЗИ. И за соском было найдено маленькое узловое образование размерами 7 мм. Очень плотное. При этом стриоречия у нее 19,4. Пациентка поступает к нам с минимальной карциномой рака молочной железы. У данной пациентки были свои рентгеновские снимки, причем мы видим, что это выполнен томосинтез в 2019 году, и у нее уже было нарушение перестройки с плотным центром, на который никто не обратил внимания, и пациентке был выставлен диагноз диффузный фиброаденоматоз. Мы выполнили цифровую маммографию и видим, что имеется плотная ткань молочной железы, по ключевой видно и делали томосинтез, и имеется очаговая асимметрия в левой молочной железе. На постконтрастных изображениях мы видим узловое образование обширных размеров, которое достигает соска,
с внутрипротоковым компонентом. И посмотрите сейчас, вот эта пациентка 2019 год, на котором уже был рак, это 2020 год, и мы видим уже большое распространение опухолевого процесса. То есть это говорит о том, что мало нам новых технологий, мы должны уметь их интерпретировать. Потому что некоторые в этом случае увидят маленькую мышку, некоторые не могут увидеть слона, и поэтому прежде чем мы будем приступать к новым технологиям, мы должны четко понимать, что мы там должны увидеть. Гистологическое заключение этой пациентки – это инвазивная неспецифицированная карцинома. Она прошла несколько циклов химиотерапии. Вы видите на данном слайде, это полный маммографический регресс, который дальше соответствовал полному патоморфологическому регрессу. И вот сейчас мы немножечко поговорим о новой технологии совсем. Это специализированная маммографическая гаммакамера, которая появилась в 2020 году в нашем институте. В России она представлена только у нас, и вторая в Европе гаммакамера имеется в Голландии. Используется она в мировой клинической практике уже более 15 лет, в основном в США. За этот период времени было опубликовано более 300 статей с описанием клинических и технических аспектов данной методики. Чувствительность MBI она составляет 89-98%, что сопоставимо с МРТ при более высокой специфичности и с пространственным разрешением для выявления рака молочной железы 4-6 мм. Представлена она, вы видите, очень похожа на нашу маммографическую станцию, только вместо прижимной лопатки у нее имеется два детектора. Само исследование выполняется сидя. Выполняется она также в двух проекциях, медиолатеральной краниолокаудальной проекции. Время исследования на каждую проекцию удлиняется, поэтому сидя на 5-5 минут. Также выполняется с компрессией, но компрессия очень легкая. Исследование выполняется через 5-20 минут после внутривенного введения радиофармпрепарата в дорзальную вену стопы. Это для исключения билатерального процесса. Все радионуклеидные методы диагностики, чем они отличаются от маммографии? Да, тем, что они не зависят от плотности ткани молочной железы, будут они зависеть от биологических свойств опухоли и разрешающей способности самих сцинтиграфических камер и чувствительности детектора. В данном случае при маммосцинтиграфии используется метоксиизобутилзанитрил, который механизм его накопления в опухолевых тканях, он в основном связан с митохондриальной активностью, и захват MIBI в опухолевой клетке оно в 9 раз выше, чем в здоровой. Какие же показания? В Америке используется эта методика для скрининга, потому что она намного дешевле, чем маммография и тем более магниторезонансная томография. Это диагностика мультицентричного мультифокального процесса, это оценка эффективности в неоадъювантной химиотерапии, это дополнительно к другим лучевым исследованиям при подозрении на рецидив после органосохраняющих операций, при спорных данных других лучевых исследований, может обнаружить не только рак, но и образование с высоким риском озлокачения, окачисления, такие как атипичная дольковая гиперплазия, атипичная протоковая гиперплазия и оценка, конечно, статуса региональных лимфатических узлов, она невозможна, потому что вы видите, что если при медиолатеральной проекции подмышечная область не попала в зону сканирования, естественно, лимфатические узлы не будут визуализироваться. У нее также имеется очень хорошая корреляция с патоморфологическим исследованием, и она очень близка к контрастной маммографии. Это на данном слайде пример. Пациентка 60 лет с метапластической карциномой. Размеры при цифровой маммографии они намного меньше, чем при контрастной маммографии и при накоплении радиофармпрепарата при маммосцинтиграфии. Это пример мультицентричного рака молочной железы, когда я говорила узловые образования между собой, расстояние между ними больше, чем 5 сантиметров. Посмотрите, какая хорошая корреляция с контрастной маммографией. Все 4 узловых образования, которые мы выявляем при контрастной маммографии, они очень хорошо накапливают радиофармпрепарат при маммосцинтиграфии. И также имеется хорошая корреляция с контрастной маммографией распространения опухолевого процесса в молочной железе.
используется также, как я уже сказала, для оценки послеорганосохраняющей операции. Пациентке 43 лет, она наблюдалась по поводу органосохраняющей операции на правой железе по поводу рака. При ультразвуковой диагностике выявлено было за соском узловое образование, которое характеризовалось как гранулема. Действительно, за соском выявляется узловое образование с четкими контурами, ободком просветления, которое нам действительно можно практиковать как гранулема. Однако при контрастной маммографии мы обратили внимание на то, что она накапливает контраст по сферическому типу и лимфатический узел в подмышке, который также накопил контрастный препарат. Мы высказали предположение, что это рецидив, и он подтвердился у нас при маммосцинтиграфии. В этой зоне вы видите активное накопление радиофармпрепарата. На данном слайде это сравнительная характеристика цифровой маммографии и маммосцинтиграфии на фоне как раз-таки выявления рака молочной железы на самом высоком фоне D-типе. Мы видим, что маммография очень проигрывает, тогда как маммосцинтиграфия показывает очень хорошие результаты. И один еще клинический случай, что пациентке 47 лет, гражданка Китайской Народной Республики, она из анамнеза, что у нее жалуется на уплотнение в левой молочной железе, которое заметила в 2016 году, но в последнее время отмечает его рост. В анамнезе было удаление фиброаденом, как в левой, так и в правой железе. И в 2020 году она обращается на ультразвуковое исследование, где ей ставится филоидная опухоль. При цифровой маммографии мы видим очень плотную ткань молочной железы. Да, мы выявляем какую-то асимметрию, да, в левой молочной железе, но размеры опухолевого образования и вообще действительно ли это филоидная или рак, конечно, поставить очень затруднительно. На маммосцинтиграфии выявляется огромное бугристое образование, неоднородно накапливающий радиофармпрепарат, свершенная гиперфиксация радиофармпрепарата, да, и это неспецифицированный инвазивный рак с очагами некроза. Также эта методика, я говорила, очень себя хорошо показала в выявлении минимального рака молочной железы. Выявляется узел 7-8 мм с высоким фоновым накоплением контрастного препарата. Это секторография данной пациентки. Мы видим, это красивая звездочка, да, минимального рака 8 мм на наибольшем измерении. Но маммографическая камера, она также имеет свои плюсы и минусы. Что же касается ее достоинств, то это, конечно, высокая чувствительность для выявления рака, она не зависит от плотности ткани молочной железы, способна оценить риск развития рака при атипичной гиперплазии. Это, возможно, конечно, быстрый ответ на проводимое лечение и может использоваться в скрининге. Но она имеет и свои ограничения. Во-первых, это ограниченная доступность. То есть эта гамма-камера имеется только в нашем институте, да, она не используется повсеместно. Это отсутствие анатомической визуализации, то есть не способна оценить распространение опухолевого процесса на сосково-ареолярный комплекс и на кожу. Однако, скорее всего, это будет скоро возможно, когда будут решаться за счет фьюжн-технологий. И это невозможность выполнить биопсии пока под маммосцинтиграфией, потому что нету стереотоксической такой приставки, но такая стереотоксическая приставка уже имеется для контрастной маммографии. И поэтому я немножечко только расскажу о стереотоксической биопсии, так как 12 женщин из 100, из 1000 прошедших маммографию подвергаются биопсии. Задача ее, это независимо от размера самой молочной железы, локализации, размера образования, быстро и точно, безопасно провести биопсию. Сейчас к стереотоксической биопсии 2D уже мы имеем биопсию под томосинтезом и биопсию под контролем контрастной маммографии. Новые аппараты, они снабжены очень хорошей системой смены варианта доступа в один шаг с вертикального в горизонтальный. При этом мы видим, посмотрите, очень хорошая навигация при помощи лазера для анестезии. При автоматическая остановка самой иглы при достижении цели, и биопсийная система с иглонаправляющей может быть легко убрана во время проведения процедуры, чтобы иметь визуальный доступ к зоне интереса. Это очень удобно, и хочется отметить, что биопсия под томосинтезом, она выполняется без формирования стереопар, выбирается просто зона, которая нас интересует на уровне срезов, да, томографических,
Биопсия возможна уже при расположении образования на 1 сантиметр выше поверхности детектора, что нам не дают обычные стереотоксические приставки. При этом мы имеем визуализацию варианта биопсии в реальном времени. И также мы контролируем ее выстрелы. Да? Вы видите срез томосинтеза до выстрела, после выстрела и срез томосинтеза с установкой уже метки после взятия биопсии. На данном слайде это пример стереотоксической биопсии под контрастной маммографией. Плотная железа, вводится контрастный препарат, выявляется фокусный накапливающий контрастный препарат, откуда надо взять биопсию. Дальше формируется также стереопара. Делается выстрел. Вся эта процедура выполняется за 8 минут от момента введения контрастного препарата до установки метки. Максимальное количество времени нахождения контрастного препарата в русле 10 минут, поэтому вот эти 10 минут, которые мы укладываемся для выполнения биопсии в данной пациентке. Ну, также выполняется контроль, да, иглы, снимки и контроль обязательно постановки метки. Ну и хочется в завершении сказать, что, к сожалению, нет идеального метода для диагностики рака молочной железы. И только используя их комбинацию, зная все плюсы и минусы каждого метода, мы, конечно же, можем поставить правильный диагноз. Спасибо за внимание. Спасибо, Антонина Викторовна. Спасибо, что вложились в регламент. И от наших слушателей поступили вопросы. Я их сейчас озвучу. Антонина Викторовна, ответьте, пожалуйста, какие из доброкачественных образований накапливают контрастное вещество? И, конечно же, наверное, характеристики доброкачественности. Имеется в виду еще. Спасибо за вопрос. Активно накапливает контрастный препарат – это метатически активные фиброаденомы. Конечно, инволютивные фиброаденомы, они не будут накапливать контрастный препарат, и мы этого не видели ни разу. А вот молодые растущие фиброаденомы, они накапливают. И накапливают они более сильно, чем, так скажем, узловые образования, выявленные при раке. Так как само фиброаденома, она имеет очень хороший сосуд, который ее питает. И вот именно вот это вот хорошее питание этой фиброаденомы способствует тому, что мы ее видим более яркой, она имеет более четкие контуры. Ну и по Роксаниной диссертации она накапливает по такому точечному типу, то есть мы не прямо сплошным видом. Поэтому самое частое – это фиброаденомы молодые, которые у нас растут. И еще мы видели, конечно, это фокусы аденомы. Чаще всего склерозирующего. Но в диагнозе нам здесь больше помогает, конечно, цифровая маммография, на которой мы видим фокус, состоящий из мелких кальцинатов. Да? То есть поэтому в любом случае здесь выставляется два диагноза, но по биопсии мы получали склерозирующий аденоз. Других, ну и, естественно, мы еще видим накопление при кистах, да, но они накапливают четко только по капсуле. А можно тогда я добавлю как бы вопрос еще от себя? Вот, Антонина Викторовна, скажите, пожалуйста, потому что все методы с контрастным усилением, они сопровождаются фоновым усилением от железистой ткани, да, как магнитно-резонансная томография. Соответственно, при выполнении контрастной спектральной также вы сталкиваетесь с фоновым усилением. Вот скажите, пожалуйста, как вот эти фокусы железистой ткани, которые накапливают контрастное вещество, вот вы дифференцируете с доброкачественными образованиями? Да. Вот здесь потому что для МРТ, я сейчас прошу прощения, для МРТ это крайне сложный бывает вопрос, вот отличить вот это background enhancement, фоновое усиление, от каких-то доброкачественных изменений. Можно ли с помощью контрастно-спектральной маммографии решить этот вопрос? Одним словом, если сказать, нет.
Потому что если это гормонзависимая женщина, принимает гормонозаместительную терапию, или же это очень молодая женщина, тоже гормонактивна, то при выполнении контрастной маммографии, даже в те сроки, когда мы обговариваем, да, с 5 по 12 день менструального цикла, она будет накапливать фоновую и очень сильно накапливать. И если там имеется маленькое узловое образование, которое меньше 10 мм, его отдифференцировать от этих долек, которые накапливают контрастный период, невозможно. Да, спасибо, спасибо. Следующий вопрос. Я постараюсь, я его зачитаю. Может, Антонина Викторовна поймет его контекст. Мне не очень понятен. Можем предположить, что выявление рака в оперированной молочной железе обусловлено мультицентричным ростом. Ну, здесь, наверное, имеется в виду дифференциальная диагностика вот, послеоперационных изменений и рецидивных изменений. Ну, я так трактую. Наверное, я так понимаю, наверное, это вопрос связан с недооценкой, да, на первичном этапе, когда пациентке выполнилась цифровая маммография, был выявлен один узел, а может быть, маленькие очаги отсева были не видны и не трактованы, и не выставлена была мультицентричная форма роста рака молочной железы, и пациентке была выполнена органосохраняющая операция, и те узловые образования, которые ранее не были выявлены, стали расти, то в любом случае это будет оценено как продолженный рост послеоперационный, и дальше эта пациентка пойдет на оперативное вмешательство, удаление всей молочной железы. Я просто не очень поняла вопрос, к чему. Наверное, вопрос был к тому, что это было чаще всего недооценка идет, конечно, при цифровой маммографии, когда мы не видим маленькие очаги отсева, особенно в плотном фоне. Антонина Викторовна, вопрос. Какой маммограф оптимален для контрастной маммографии, по вашему мнению? Ну, это уже такая, знаете, это будет реклама. Я думаю, что сейчас все маммографы, которые я видела и которые снабжены функцией контрастной маммографии, они все очень хорошие, все. И тут вопрос от слушателя. Если вот я так понимаю, клиническое наблюдение из практики: женщина 37 лет с фиброзно-кистозной мастопатией, 37 лет фиброзно-кистозная мастопатия, с отягощенным онкологическим анамнезом у мамы рак молочной железы, нужно ли ежегодно проходить МРТ молочных желез? Ну и, наверное, либо МРТ, либо контрастно-спектральную маммографию. Ну, в данном случае, наверное, ей показано сначала ультразвуковое исследование, я так понимаю, с кистозно-фиброзной мастопатией. И если же там действительно есть какие-то подозрения этой пациентки, наверное, каждый год лучше, если она каждый год, наверное, магнитно-резонансную томографию, но не надо выполнять контрастную маммографию. Спасибо, Антонина Викторовна.